В новогодние праздники наркоторговцы, видимо, не отдыхали, а напряженно работали. Отделом по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ангарской полиции при содействии общественного фонда «Город без наркотиков» по подозрению в сбытии героина была задержана 38-летняя жительница 8-го микрорайона. Ранее она была осуждена за аналогичное преступление, за сбыт героина. В 2008 году освободилась, там непонятно, чем занималась, но полтора года назад снова начала торговать. Сделали у нее закупку и задержали, изъяли у нее 26 расфасованных доз, готовых для продажи, и 14 тысяч рублей. Как она пояснила, это деньги от сбыта героина. По словам общественников, подозреваемая – мать двоих детей, старший из которых уже попадал в поле зрения правоохранительных органов за разбойное нападение.